лед на пандусе. Ну я тоже попробую, сейчас посмотрим, что у меня получится из этого. Сейчас поглядим. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Миша! Миша, подожди! Саблонут! Терпение! 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 Можешь стартовать! Пальмочки держит пока хреновенько, слабенько, но придерживает. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится, наших придерживаний. Выкарабкались к домам. Держит, слабенько, но держит. Ешь бира, кара! Ешь бира, кара! Бира, ешь! Йофи, банок, ешь! Охла! И мен, и малинхот! Яла, хевра, йомтов! Чайки. Башен Средиземного моря. Thank you.
такие, вот тут есть балкончики чудесные. И мой флажок любимый, который мне показывает всегда направление наших полетов. Сегодня 11 февраля 2013-го, погода неплохая, вон облачка идут хорошие, сегодня можно целый день летать. Времени рано, времени 11:30 дня. В принципе, можно летать и летать. До вечера имеется в виду. Вон вдалеке виднеется Ашдод, вот это порт Ашдод, а дальше там Ашкелоновский. Ашкелоновские трубы электростанции. Не, на телефон не отвечать не буду. Возьму на сердце. На телефон отвечать. Даже не буду соваться далеко, потому что у меня там мои сироты на старте, Мишка, Ромка, нелетанные. Как обычно, обычные нормальные дневные полеты. Вот лягушатичек внизу наш.
Илюша просто гад. Опять гад. Да почему гад-то? Почему гад-то? Чуть-чуть сразу гад. Чуть-чуть сразу ругаться и тапками кидаться. Чего? Что такое? Илюша гад. Я не гад. Просто сволочь. Я не гад, я просто гад. Просто сволочь. Вот и все. Ладно, все, я напрягся. Ты хочешь камеру, Ромчик? Давай пока. Есть.